Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Наталья Шадрина. И снова новости нашего квеста. Мы продолжаем свой поход. Сегодня репортаж «Мой родной край» рассказала нам Людмила Ильченко. Замечательное, красивое место, о котором она говорила. Валентина Штарк-Цимбаленко рассказала сегодня о себе, о той ее жизни, которая у нее есть. Валентина Цимбаленко вообще замечательный человек. Она нам дает уроки, 10 уроков на салфетках. Мы слушаем ее полезные видео и удивляемся всему. Дальше мы встретились и сегодня познакомились с Натальей Нагорной. Очень удивительный человек. Следующий человек, который вышел, это Людмила Руденко. Два видео. Первое обучающее видео «Обменник» с минимальной суммой обмена. И следующее видео «Как скачать видео на канале YouTube». Эти полезности дала нам Людмила Руденко. Браво, Людмила! Молодец! Следующее обучающее видео – это видео Людмилы Васильевой, как загрузить аватарку на Ютубе. 33 просмотра дало это видео. Наталья Шанаурина, как создать шапку для канала Ютуба. 11 просмотров. Друзья мои, мы не только учимся, мы сразу же обучаем других. Любовь Швидченко, как отложить трансляцию видео на канале Ютуб. 21 просмотр заработал ее видео в первый день. Установка кнопочек социальных сетей на Ютубе, Наташа Шанаурина. 7 просмотров тоже дает ее видео. Это здорово. Анжела Савина, как поменять спонсора в X Inc. в Редексе. Следующее видео – это как составить трейлер или историю о себе, рассказала Наталья Шадрина. 25 просмотров заработала это видео в первый же день. И замечательно Ольга Казанина, изучаем итальянский язык. Сама Оля работает в Италии, и она в нашей команде, и это новшество, которое мы прямо гордимся. И вот наши новые победители этого дня. Первое место – Наталья Шадрина и Валентина Цимбаленко. Второе место – это Людмила Руденко и Ольга Казанина. Третье место – Анжела Савина, Людмила Васильева, Наталья Нагорнова и Наталья Шанаурина. Все выполнили свои задания и были на высоте. Это замечательно, когда наша работа, она, во-первых, и оценивается, и она очень важна. Какие наши следующие задания? Это сделать книгу благодарности о себе, мои доходы из интернета, две тетради сделать, снимать каждый день видеорепортажи и снимать видеоуроки. Все нам дается каждый день задания. Мы их выполняем, мы их делаем, и мы радуемся тому, что мы сейчас занимаемся в квесте. Будьте с нами! С вами репортаж провела Наталья Шадрина. Всего доброго и до новых встреч!